Ну, почти негде прятаться людям в Москве. Москва – это концентрационный лагерь. Вот туристам азиатским здесь хорошо. А вот удел местных жителей, которые не вписались в рынок. Вот. Ну, а это удел тех, кто, ну вот, вынужден работать с номерами А7901. Вот, и вот так. Москва, 21 век. Полеты в космос, там что еще? Эти Стругацкие врали. И снова Немцов мост, друзья. Много-много цветов здесь. И дежурят люди. 1834 день. Много цветов, действительно. Этот режим оставил очень много кровавых клякс. Вот кровавые кляксы. Здесь оборвалась чья-то жизнь. А такие места географические, они имеют определенную энергетику. Место убийства. Вот место подлого убийства под окнами владыки, да? А этого властелина вселенной галактики, 33 раза чемпиона. Я когда был студентом медучилища, мне попался в руки учебник нервных болезней. И там было удостоверение, собственноручно сделанное одним из пациентов. Там было написано, что он имеет право носить все ордена, медали и блестящие значки на левой и правой половинах груди. И что он является трижды героем вселенной и спасителем галактики. Кроме шуток, есть такой учебник. Вот к чему бы я это вспомнил? Понятия не имею. Хорошо, когда это просто ограничивается собственноручно сделанным удостоверением, а не беспредельной властью. Вот, друзья, дипломатическая машина. Это гости из Солнечной Африки. Они тоже, вот они, видите, включили аварийный сигнал. Тут такая штука, что в принципе, по принципу экстерриториальности, их даже оштрафовать особо нельзя. Что в этом случае делается? В этом случае штраф отправляется в посольство страны нарушителя. Вот. И штрафы эти копятся на многие миллионы. Потом разражается очередной квелый внешнеполитический микроскандальчик, который потом затухает. Вот такие дела. К слову, хочу сказать, что российские дипломаты в Вашингтоне накатывали на многие миллионы долларов штрафов. Вот, так что африканские товарищи далеко не худшие из гостей. Пара секунд зловещего мерцания Москва-Сити за кремлевскими пентаграммами сатаны. Или, ну, как-то так, Люцифера. Как пожелаете. Вот, друзья, Black Star Fitness. Москва-Сити, блин. Не считайте это рекламой. Это певец Тимати. Он себя позиционирует как такой Black Star. Такая чернокожая звезда, темнокожая такой смуглячок. А вот символично, что этот рекламный баннер расположен около кинотеатра «Октябрь». Здесь, как утверждают злые языки, несколько лет назад Тимати начал в такой вызывающей манере выступать против группы молодых уроженцев из Чечни, и кто-то из них дал ему в ухо. Ну и Тимати рухнул. А сейчас вот кулаками машет. Вот так вот. Зачем? Не деритесь, миру мир. И не будьте агрессивными дуралеями. Вот, дорогие зрители, к 8 марта и зрительницам особенно, смотрите, какая розовая штукень. Прошу избегать неприличных комментариев, друзья, к этому ролику, ну, не надо. Хотя вот у меня так и рвутся неприличные слова, потому что я как представлю себе, сколько эта вся
штукень стоит. Так у меня крышу и сносят, друзья. А вот ТАСС, который уполномочен заявить. Цена нефти Brent упала ниже $46 впервые с конца июня 2017 года, друзья. Там дальше Тиньков сообщил о том, что плохо себя чувствует очень, и у него диагностирована острая форма лейкемии. Ну, понятно, не хочется в США там какие-то налоговые обвинения. Вот, но куда важнее цена нефти. $46 за баррель марки Brent. Это важнее всего. Потому что это означает уменьшение выплат силовикам. Понимаете? Вот такие дела. А они нелепо тратят миллиарды, миллиардов, квадриллионов и так далее на вот эти лампочки. Воруют из пенсии, из всего. Трындец просто. Вот, и к слову, да, бегущий экран, это очень красиво. Это тоже деньги. Это деньги, гигантские деньги на пропагандонство, которое становится уже практически бесполезным и стреляет холостую. Только уже законченные зомбированные люди все еще продолжают верить вот этому. К сожалению, вот объективная информация здесь подается в процентах в 40 случаев. Композитор Петр Ильич Чайковский. Большая Никитская улица. Красиво. Здесь работал выдающийся ученый, академик Владимир Иванович Вернадский. Тут написано советский, но я скажу русский ученый, потому что он был ученым еще и в Царской империи. Вот. Вот так вот. Автор теории ноосферы. И я на самом деле вижу, как она воплощается в реальности. Вечный огонь, пятиконечные рубиновые звезды, пентаграммы, символы. Символы правят миром, приближается 75-летие Победы. И вот, каждый город-герой, Ленинград со свежими цветами, недавно праздновали снятие блокады, годовщину. Киев, Минск. И знаете, да, это память о кровопролитии, которое завершилось почти 75 лет тому назад. Но вот эти вот прямоугольники, знаете, такого бежево-коричневого цвета, напоминают мне почему-то мавзолеи. А что такое мавзолей? Мавзолей, друзья мои, это суть памятник жертвоприношению. Страшное дело. Уже почти 3/4 века назад огонь продолжает гореть. Память надо хранить, но символы правят миром. Заговорил. Это вавилонские делишки в самом центре Москвы, в самом сердце Эрефии. Вот. Там Ленин начертано. Ну, собственно, мумия его там и обитает. А 5 марта 1953 года, вроде, если не ошибаюсь, умер или там был отравлен, или что-то как-то еще, Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили в миру. Вот. Он верно служил делу Трофимов и Зиккуратов. Мавзолей, он там ставил вот колонны. Вот товарищ Сталин любил принимать парады на вершине вот этого зиккурата, Трофима, мавзолея. Эти слова синонимы. Вот. А вчера здесь прошел экшн-трип с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Вон там они возложили всякие венки, все дела, все как положено, отожгли. Я, конечно, понимаю, когда празднуют день рождения того или иного исторического персонажа, но отмечать день смерти – это отдает некромантии. Вглядитесь в мавзолей. Там лобное место и собор Василия Блаженного. Не знаю, мне кажется, что вот это вот здесь лишнее.
что бы там ни было, друзья. Не должно здесь этого быть. А вот собор прекрасен. Без четверти, Сильвер. Ха-ха-ха-ха. Вот вам Немцов мост, там дальше, где убили Бориса Немцова. Лобное место, где тоже кучу народа порешили. Собор Василия Блаженного. И зиккурат с мумией. Даже не смешно. А вчерашнее выступление Геннадия Андреевича Зюганова с группой лиц в память давно почившем в БОЗе Иосифа Виссарионовича не просто лицемерно, оно наполнило меня отвращением. Это такой деятель Геннадий Андреевич Зюганов. Маска на маске, к маске прилипла. Бэх.